1 мая на главной площади города состоялся вечерний праздничный концерт, приуроченный ко Дню весны и труда и присвоению Каспийску звания «Город трудовой доблести». В мероприятии приняли участие именитые артисты со всей республики. Даниэль Гарунов, Диляра Надирова, Нуриана Калаева и многие другие. Они исполнили песни, посвященные Дагестану и Каспийску. Концерт стал для жителей города поводом объединиться и отпраздновать этот весенний праздник вместе. Кроме того, на сцене выступил солист Дагестанской государственной филармонии Денис Федоренко. А также наш город с творческими номерами посетили и артисты из Санкт-Петербурга и Хабаровска. Не оставили без внимания зрители и ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа, войск Национальной гвардии России под руководством заслуженного артиста Республики Ингушетия, лауреата премии МВД России, композитора-режиссера подполковника Василия Бурмистрова. Творческий коллектив продемонстрировал блок выступлений, среди которых «Праздник на флоте», песня «Город Каспийск», «Катюша» и многое другое. Завершилось мероприятие масштабным праздничным салютом, который был слышен и виден во всех уголках Каспийска, города трудовой доблести.